Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Инспекторы ГИБДД в скором времени получат приборы для мгновенного определения у водителя состояния алкогольного опьянения. Об этом заявил руководитель госавтоинспекции Михаил Черников. Каких-либо подробностей о новых устройствах нет. Сообщается лишь, что по функционалу они сопоставимы с алкотестерами, которые используются за границей. Изменятся ли при этом правила прохождения освидетельствования, не уточняется. Трасса 101. Президент Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за нетрезвое вождение для тех, кто уже был судим за повторную пьянку за рулем. Максимальный срок тюремного заключения теперь составляет 3 года вместо 2, а максимальный размер штрафа – 500 000 рублей вместо 300 000. Сопутствующим наказанием будет запрет на определенную работу сроком до 6 лет. По данным ГИБДД, добавлю, в этом году в Кировской области на повторном пьяном вождении попались от 200 до 300 водителей. Трасса 101. В ГИБДД пообещали повысить лимит разрешенной скорости на некоторых участках автотрассы до 150 км в час. Идею успели поддержать в Государственной Думе. По словам одного из парламентариев, качество дорог в нашей стране за последнее время значительно улучшилось. И поэтому почему бы не разрешить водителям кое-где поддать газку? В перспективе якобы на отдельных участках скоростные ограничения могут и вовсе ликвидировать. Трасса 101. Июль принес с собой очередную волну повышения цен на новые автомобили. Подорожали «Лада», «Шкода», «Фольксваген», коммерческие «Форды» и другие. К примеру, самая доступная модель волжского автозавода «Лада Гранта» стоит теперь минимум 532 тысячи рублей, а «Фольксваген» — «Поло» — 987 тысяч. Основной причиной роста цен называется увеличение стоимости металла. Трасса 101. Toyota начала принимать заказы на новое поколение Land Cruiser. Стартовая стоимость внедорожника 5 613 тысяч рублей, на 200 тысяч дороже предыдущей версии. Комплектации у Land Cruiser 303. Мотор пока только бензиновый, шестицилиндровый, объемом 3,5 литра, мощностью 415 лошадиных сил. Трансмиссия 10-ступенчатый автомат. В базовой версии присутствуют, в частности, светодиодные фары, кнопка запуска двигателя со сканером отпечатка пальца, принудительная блокировка дифференциала. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.